Пятое. Над горизонтом. Горизонтом. Глаза. Напомню эмбриологию. Вырастает у эмбриона из головного мозга. Там есть первичный мозговой пузырь. Из него отпочковываются еще два. Вытаскивают все оболочки мозга. Мягкую, сосудистую, твердую. В глазу они уже называются по-другому. Но это одно и то же. И выходит наружу. Вторая пара зрительных нервов. Это тот нерв, по которому идет сигнал от фотона света до затылка. То есть большая часть вот этого зрительного нерва, это тоже головной мозг. В глазу это совсем чуть-чуть. Это на сетчатку и между глазным яблоком и, собственно, мозгом. Немножко-немножко нерва. Остальная вся часть этого нерва и корковое представительство находится в головном мозге. Соответственно, вспомните ситуацию, когда вам было неприятно, например, на экзамене. Туда. На кладбище. Туда. Неудобно, там в детстве уличили в краже шоколадки. Туда. А где, например, в храме располагаются фрески, росписи, там иконы висят. Или где находится реклама хорошая, дорогая. Тут растяжки, баннеры. Все там. Все там. Товары в магазинах. Там сигаретки где у нас висят в магазине до сих пор? Да, их закрыли какой-то фигней железной. Но там висит бумажка с названиями. И смотрим мы на них туда. Это неспроста. Это не сделано, потому что кассиру удобнее вот сидеть под этим железным ящиком. Ей так комфортнее. Нет, не для этого это сделано. Это сделано потому, что если глаза задираются выше уровня горизонта где-то на 45 градусов, то в мозг идет сигнал. Давай, это нужно, это хорошо. В отличие от взора вниз, который дает мозгу сигнал, не надо этого делать, это плохо. Не принимай этого. Ну и нейтральный взор, это каждый день мы ходим, нам как-то все равно. Там какие-то маршрутки ездят, люди ходят. Вот. Поэтому, если вы хотите, чтобы цель реализовалась поживей, ее нужно визуализировать, вот все, что мы говорили, над уровнем горизонта, физически поднимая глаза. Не вымысел это какой-то. Это надо делать по-настоящему, задирая глаза вверх. Вот, хорошо. Следующее требование –